Наконец-то я уже запаркурил. Опа, Егор. Что ты тут делаешь? Эх, Хрущев, мне нечем с кем-то поиграть. Слушай, может, я гол со мной поиграем? А, давай, слышь, гол. Let's go! И сегодня я буду играть в Минотавр Мистер не один, а с одним таким человеком, Егор Толплей. И всем привет, дорогие друзья, меня зовут Егор Толплей. Подписывайтесь на Юрмис Рабова 12, и тогда вы будете точно крутым человеком. Конечно. И тем более ссылка на этого, как говорится, человека будет... Где? В описании, черт возьми. Черт возьми, да, и мы, ё-моё, уже начинаем видос. Но мы уже начинаем, короче, уже, как говорится, первую катку, так. Боб, да. Мне повезло, у меня детектив выпал. О, ништяк, короче. О, золото. Так. Ну, как говорится, золотишко. Нужно больше золота. Как говорится. Больше золота, больше... И будет больше лук. Стрел. И лук. Совместно. Конечно, не работает это, потому что это другой сервер. Гуляю. Оператор, снимаешь? Только не забудь снять. Камера такая. Какая же... Что это было? Я что-то уперся забором. Кто-то уже первый сдох. Мне кажется, что Стив этот маньяк, потому что он держит золото. Какой он Стив ненормальный. Осторожно, там Стив где-то в домике. Я тебя вижу. Слушай, тут фуфуф, короче... Вот, о! О, честно, как-то быстро. Ну ладно, короче, мы продолжим вторую там. Ой-ой-ой-ой. Мы уже начали снова. Катку что-то уже залагало, мы... Ой-ой-ой-ой. Что такое? Что такое? Придется тебя остерегаться меня, слушай. Братан, лучше было не палиться, я мог бы тебя спалить. Хотел бы сказать, но я не буду говорить, потому что я не крыса такая. Но могу на секунду сказать. Привет. Чем? Чем занимаетесь? Как ваши дети, как ваша жизнь. Не, что случилось там с какой-то сосиской? Чё? Ага, вот и ты. Господи, а почему? Офицер. Дёргает. Офицер. Офицера нету. Господи, а чё меня так дёргает? Дёргает, потому что ты чуть-чуть нервируешь, чтобы кого-то... Меня очень сильно дергает, меня очень сильно дергает. Ты бы знал, меня очень сильно дергает. Ну, конечно, понятно там, почему. Оп. Ай-яй-яй-яй-яй, что-то лагает. Ты знал, это очень сильно дергает, я... Ага, понятно, потому что лаги, конечно. Дергает, понимаешь, очень дергает. Вот я вижу детектива, я хочу его убить, но я не могу, потому что меня дергает. Дерганый, как говорится, манечело. Детектив. Да что такое? Тебе жопа, тоби бан. Ну как говорится. Я ничего не понимаю, почему мне. Понимаешь, мне я не люблю. Ну вот и третья катка, как говорится. И я, конечно, забыл вам предупредить, потому что склероз. Так, ну конечно же. Ты же не маньяк, конечно же. Снова. Егор, нет, а? Я не маньяк. Да? Точно? Да, точно. На этой карте что-то дёргает. Тут уже сдох, я тут уже кого-то увидел. Так, сейчас я понижу графику, потому что меня очень сильно дёргает. Угу. Жабка эта, которая с именем Фыф. Фыф. Вот это Фифиф.
Смотрите, какие тут у нас жабки, смотрите. У нас самые красивые жабы. А Егор у нас что-то сдох. Да. Фыф-фыф, жабова, убийца. Да, я знаю. Что эта жаба была. Почему ты не предупредил? Я предупредил, скажи, залагала у тебя. Наверное, залагала. Всегда бывают лаги. Извиняюсь. Так. Так, не понял. Очень интересно, где же наш народ? А он пустует, а тут только такой единственный герой, который должен уничтожить всех. До конца. Смотрите, он бегает, он падает. Все, на карту соединил. Ну вот и уже, как говорится, четвертая катка. Снова не предупредил. Конечно же. Так, и конечно же, я мирный человек. Меня сразу убил. И короче, кто это? Сейчас, погоди. Ой. Это был медведь. Медведь с курточкой. Ну, короче, он весь черный медведь с очками. Медведь, мар-мар-мар-мар, медведь. Оль, давай, я... Hello, motherfucker. Я буду следить за тобой. Мишка! Меня убил. Так, пока что давай последим, что эти, что народ будет дальше делать. Да, давай, тебя уже сразу убили, Вов. Ну, потому что медведь был. Вот этот вот молко, этот урод, если честно. Он бежит за Польшей. Так, где этот медведь? А, вот этот. О, медведь. Медведь, худой мишка. Худой, самый худой, самый обалденный медведь. Что это за мишка? И снова, как говорится, четвертая катка. Последняя. 100%, если не будете моментального, как говорится, урона. Это у нас. Ага, мы нашли Йети, который очень скрыт. Здрасте, мистер Йети. Я тут просто бегаю. Аба! Капец, у одного человека капец странный никнейм. Это очень страшно было. Какой никнейм? Точнее, скин у него страшный. У него на боку там лицо, да? У него на боку лицо. И знаешь что? Он типа так машет головой вверх-вниз. И как будто он смотрит на меня, типа... Думает, что... Что типа... Я собака тебя. Типа он убийца, знаешь? Но ты на самом деле детектив. А? Я был убийца, но на самом деле ты детектив. Очень прикольно, очень интересно. Это очень стрёмно. О, привет! Че ты тут сидишь? Егор, вы кто такие? Я вас не звал! Ой, это ты, ну, да? Нет, это не я. Я тут просто кружку пью. Идите, сливочное пиво. А, сливочное пиво из Гарри Поттера. Гарри, я забрал эту кружку у Гарри, как говорится. Отойди, отойди, я тебе боюсь. Я нет, не пицца. Да? Точно? Я тебя боюсь, тем более. Иди отсюда. Я тебе не точно все доверяю. Боже, уйди отсюда, честно, но ничего. Я тем более уже не верю 100%. Ё-моё. Я Йокси! Чё такое? В смысле? Нет. Меня убил Алекс. Алекс? Да, Алекс. Это у нас... Смотри, где я! Ты посмотри, где я! Так, ну-ка, вот. Так, короче, я пока что еще смотрю, конечно же. Смотрите, Алекс ваш. Согласен. Вот, вижу. Вот он, вижу. Это он. Тише, не боли себя. Так, что я спрятался? Так, очень хорошо с синим цветом прячемся, тем более твоя шапка палится. Блин, сейчас, секунду. Ага, давай.
Тем более, ты знаешь, можно было бы спрятаться в капоте, в багажнике этого... Ага, очень хорошо, не палишься. Тем более, мог бы спрятаться, знаешь, где? В багажнике вот этого, ну, типа, полицейской машины зайти. Там есть проход. Его пока что нет. Можешь спокойно зайти. Что это за скример такой? Такой пришел такой. Ой. И куда? Ну, на этом моменте мы, конечно же, с Егором прощаемся. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. И что еще, как говорится, Егор? Подписывайтесь на наши каналы. Всем спасибо за просмотр и... Покедова! Всем покедова!